В республике в последнее время очень часто обсуждался проект закона об инвестиционной деятельности на территории Республики Абхазия. Был даже круглый стол на эту тему, где высказывались различные точки зрения, мнения по поводу этого законопроекта, от рисков, которые возможны в случае принятия этого законопроекта, до возможных перспектив. Нам интересно ваше мнение как молодого специалиста. Ну и, конечно, в ходе этого интервью мы коснемся еще ряда других вопросов. У вас есть доклад на тему «Инструменты оздоровления инвестиционного климата и стимулирования предпринимательской среды в Республике Абхазия». В этом докладе вы характеризуете состояние экономики Абхазии на сегодняшний день как затяжная стагнация. Почему вы так считаете? Ваши аргументы нам интересны. Ситуацию, которая сегодня у нас имеется в республике, действительно можно охарактеризовать как затяжную стагнацию в силу того, что экономическое развитие сегодня происходит бессистемно и хаотично в отсутствии разработанной программы социально-экономического развития республики и сопряженных с ней отраслевых программ по направлениям. Такой подход был оправдан до момента признания нами Российской Федерации, то есть до 2008 года. В силу того, что тогда действительно имелась необходимость латания дыр в экономике по принципу «здесь и сейчас». С момента нашего признания у нас появились широкие возможности для того, чтобы направить развитие экономики в нужном нам векторе. Сегодня мы можем констатировать то, что этого мы не смогли сделать в полной мере. Хотя, безусловно, есть определенные успехи в вопросе восстановления социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Рост ВВП, о котором нам заявляют все эти годы, он носит очень узконаправленный и недиверсифицированный характер. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что рост этот связан в основном с восстановлением объектов инфраструктуры, то есть со строительными работами. Это порядка от 32 до 35% в общем объеме ВВП. Плюс большой удельный вес в объеме валового внутреннего продукта в республике занимает торгово-посредническая деятельность. Эти два фактора, они сыграли отрицательную роль в том, что в отсутствии поступления финансовых вливаний извне, то есть из Российской Федерации, экономика начала стагнировать. Для того, чтобы широкому зрителю было понятно, о чем идет речь, может быть, не все это знают, под стагнацией подразумевается либо нулевой рост в экономике, либо очень низкие темпы его роста из года в год. Ну а в нашем случае как это можно характеризовать? В нашем случае имеется очень низкий рост из года в год. Под устойчивым ростом в экономике подразумевается общий рост объема доходов. То есть, если у нас в республике общие доходы выросли, то, соответственно, мои доходы, ваши доходы, доходы жителей республики, они должны также увеличиваться, соответственно, должно расти их потребление. Этого мы на сегодняшний день не видим. Возвращаясь к вашему вопросу, у нас действительно последний промежуток времени дискутируется вопрос о проекте этого закона. Ну, что можно сказать? Не вдаваясь в подробности, конечно, он усовершенствован по сравнению с предыдущим его вариантом, но, тем не менее, есть большое количество недоработок и недостатков. В чем они проявляются, по-вашему? Например, те предельные объемы пороговых инвестиций, с которых начинаются предусмотренные в нем льготы и по налогу на прибыль, и по налогу на имущество, лично мне кажется, что, возможно, они будут приемлемы для инвестора извне, но для внутреннего инвестора такие объемы они просто непосильны и неподъемны. Хотя формально в законе подразумевается то, что нет разницы между внутренним инвестором и внешним. То есть вы считаете, что национальный инвестор ущемлен? Я считаю, что да. Кроме того, есть такие вещи, как, скажем так, отраслевая структура, да, направление этих инвестиций. Вот не совсем понятно, по какому принципу определялись налоговые льготы по
направлением, предусмотренным в этом законопроекте. То есть из чего исходили, когда говорили, что в одной отрасли должны быть такие вот льготы, в другой такие. Это можно сделать, только имея определенную программу социально-экономического развития. Кроме того, я хочу что сказать. Даже если этот закон будет идеально выработан, проработан, отшлифован, даже в этом случае он не будет работать. Объясню почему. Потому что подобные законопроекты, они не принимаются в точечном виде. Для улучшения инвестиционного климата в любой стране принимается целый пакет законопроектов. То есть еще ряд законопроектов необходим для того, чтобы он работал. Ну, какие, да, например, я можете предложить? Попробую пояснить. Предположим, речь идет о законе о размещении государственного и муниципального заказа. Речь идет о законе о государственной службе. Речь идет о законе о защите конкуренции. Речь идет о законе о противодействии коррупции. Речь идет об усовершенствовании налогового законодательства. Да, сделать его трехступенчатым, как и во многих развитых странах мира. Закон о приватизации и ряд подзаконных актов, которые будут являться механизмами работы указанных законопроектов. Ну, скажем так, вот закон, просто ради примера, закон о государственном муниципальном заказе. Для чего он нам нужен? И я считаю, что он на сегодняшний день, вот в текущей ситуации, он не менее важен, а может быть и более важен, чем закон об инвестициях. Сегодня мы видим, да, как происходит освоение средств, поступающих из России. Постоянное напряжение в обществе. Есть какие-то, не какие-то, а серьезные недовольства. Какие-то компании могут работать, какие-то компании не могут работать. Принятие закона о государственном и муниципальном заказе установит единые правила для всех участников рынка. То есть доступ к размещению государственных и муниципальных заказов получают организации, прошедшие строгий конкурсный либо аукционный отбор. Существует, будет разработана, должна быть, вернее, разработана максимально прозрачная структура работы конкурсных и аукционных комиссий, по итогам работы которых будет отобран тот или иной подрядчик. И будет установлена система жестких критериев. И не будет никаких разговоров о том, что кому-то дали заказ, кому-то не дали заказ. Будут отбираться наиболее конкурентоспособные, наиболее добросовестные и финансово устойчивые предприятия. И это будет стимулировать конкуренцию внутри республики. Соответственно, оживлять мелкие и средние предприятия, которые у нас сегодня есть. Да, вот есть мнение также о том, вот вокруг этого законопроекта, что душится малый и средний бизнес вот этим законопроектом. Есть, ну, можно и с этой точки зрения на это посмотреть. Потому что целью любого развитого государства, вот если отвлечься на примеры, является стимулирование конкуренции. Любая монополизация на рынке, она приводит к тому, что начинаются диспропорции, да, в экономике. Одни предприятия закрываются, разоряются, другие предприятия остаются на рынке. И не факт, что это наиболее эффективные и наиболее продвинутые предприятия, да, получается, что у кого-то есть доступ к административному ресурсу, у кого-то нет. Кто-то может завысить цены и предоставить продукцию далеко не лучшего качества, а тот, кто мог бы сделать это лучше, остается за бортом. Это ведет и к росту социальной напряженности. Ну, на своем опыте могу вам сказать, что в Российской Федерации экономия средств бюджетных при размещении бюджетных заказов на конкурсной основе, она составляет от 10 до 20%. То есть, если сделать такие нехитрые арифметические расчеты и взять те финансовые средства, которые к нам уже поступили, и посчитать, то можно увидеть, что мы бы могли, если бы размещали все заказы на конкурсной основе, мы бы могли сэкономить порядка 2 миллиардов рублей. Это очень грубые расчеты, но тем не менее они порядок цифр показывают. Это можно было бы создать несколько точек роста в разных районах республики, соответственно, стимулировать малый и средний бизнес, то есть местную предпринимательскую среду. Чтобы не выглядеть пессимистами и не посыпать себе голову пеплом, попробуем
посмотреть, что можно все-таки предпринять. Для начала, для того, чтобы понимать вообще, что нужно делать, нам необходимо вычленить все существующие проблемы. Для этого существуют разработанные в мировой практике инструменты. Например, существует такое исследование, проект называется, в переводе на русский, «Ведение бизнеса». Оно проводится Всемирным банком ежегодно. И по нему составляется рейтинг стран по именно уровню состояния предпринимательской среды. В чем он заключается? Исследуется нормативная законодательная база, существующая во многих странах, которая регулирует именно функционирование предпринимательской среды. И параллельно производится опрос хозяйствующих субъектов для того, чтобы определить практику правоприменения. То есть, не существует ли к бизнесу по факту больше требований, чем это указано в законодательстве, которое формально и вроде бы ему благоприятствует. По итогам исследования составляется 10 индикаторов. Среди них есть такие. Это создание предприятия, это регистрация права собственности, это налогообложение, это разрешение неплатежеспособности, исполнение контрактных обязательств, доступ на международные рынки, доступ к кредитам и ряд других. И это исследование производится ежегодно. По нему каждая страна получает место в рейтинге и, соответственно, начинает составлять план действий, план работы на следующий год для того, чтобы улучшить состояние этих индикаторов. Я так понимаю, что в нашей стране такие исследования не проводятся. Вы знаете, почему, как вы считаете? Был прообраз такого исследования и, в принципе, достаточно полезный опыт. Он был проведен Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Была проведена действительно существенная работа. Проведен был опрос предпринимателей и были в общих чертах определены существующие проблемы, направления развития и так далее. Но в чем, скажем так, недостаток данного исследования? В том, что оно носило, скажем так, общий и достаточно концептуальный характер. То есть не конкретизированные проблемы. Да, не конкретизировано. Нам нужна именно детализированная, конкретизированная картина того, что есть. Центр стратегических исследований совместно с Торгово-промышленной палатой, совместно с Министерством экономического развития Республики Абхазии должны провести, может быть, не должны, а могут провести подобное исследование. Роли можно распределить приблизительно следующим образом. Министерство экономического развития Республики Абхазия делает подборку нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование предпринимательской среды в республике, проводит первичный анализ. Далее, более глубокий всесторонний анализ проводит Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазии. И также разрабатывает анкету по каждому индикатору. Далее, Торгово-промышленная палата проводит анкетирование предпринимателей как в устное, так и онлайн, в онлайн-режиме. Да? Причем, на мой взгляд, представляется более достоверную картину, покажет именно онлайн-опрос по анкетам. Объясню почему. Потому что в таких анкетах существует, скажем так, ряд неудобных вопросов, которые в устной беседе мало кто из предпринимателей по понятным причинам будет озвучивать. Например, источник взимания коррупционной ренты в том или ином государственном учреждении, ведомстве и так далее. По итогам проведения опроса, по итогам проведения исследования, информация обрабатывается, анализируется, и мы получаем 10 индикаторов. Подобные заседания, помимо разработки алгоритма, будут носить также координирующий и контролирующий характер. То есть работа будет носить максимально конкретизированный и плодотворный характер в тесном взаимодействии между бизнесом и властью. Потому что у нас сегодня что происходит? Обе стороны, они практически друг друга не слышат. Одни говорят, что у нас все хорошо, другие же говорят, что все плохо. Поэтому мне кажется, что подобный рабочий орган, он будет способствовать большему взаимопониманию и устранению вот тех вот перекосов, которые имеются на сегодняшний день, то есть для выработки какого-то определенного консенсуса и четкой определенной программы действий, алгоритма.
И сегодня практика мировая говорит о том, что инвесторы принимают решения об инвестициях и о деятельности в той или иной стране строго на основании систематизированных, формализованных индикаторов. То есть приезжать куда-то и рассказывать о том, что у нас все хорошо, приезжайте к нам инвестировать, не даст никаких результатов, как в принципе и не дает на сегодняшний день. И мы это видим все прекрасно и ощущаем на себе. Поэтому надо переходить к более конкретизированной и детальной работе. Скажите, вот озвученные вами сейчас предложения каким-то образом официальным структурам нашим предлагались вами? Есть у вас какие-то контакты? Нет, к сожалению, не предлагались, но я что могу сказать? У меня есть ряд публикаций, в принципе, в общем доступе, в которых все это достаточно подробно изложено. То есть, возможно, мой недостаток заключается в том, что я не пришел и конкретно не обошел кабинеты тех или иных должностных лиц, но я постарался достаточно подробно и доступно изложить свое видение в средствах массовой информации. Есть определенные инструменты, которые приняты в общей мировой практике, которые достаточно эффективно действуют, ну, естественно, с различиями по странам, именно в сфере улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды. Это такие инструменты, как особые экономические зоны и суверенные фонды благосостояния. У некоторых людей такое восприятие, что особая экономическая зона – это такое отличное место, где можно зарегистрироваться, не платить налоги, чувствовать себя вольготно и заниматься какими-либо махинациями. Это совсем не так. К такому стереотипу, наверное, больше относятся офшорные зоны, на которых мы сейчас не говорим. Мы сейчас говорим именно об особых экономических зонах в их классическом понимании. Я считаю, что в нашей республике на сегодняшний день, я твердо даже в этом убежден, не то что считаю, нужна особая экономическая зона по типу экспортно-производственной. Что это такое? Значит, данная зона, она является особой областью на территории республики, которая ограничена от нее как административно, так и территориально, на территории которой предприниматели поощряются в виде налоговых льгот, отсутствия таможенных пошлин на экспорт, на импорт, налоговые льготы по НДС, по прибыли, по налогу на имущество и так далее. Скажите, а вот в каком месте, на какой территории в Абхазии вы видите эту свободную экономическую зону? Я считаю, что на сегодняшний день наиболее благоприятное место для обустройства подобной зоны находится в районе Ачемчирского порта нашей республики. Почему? Объясню почему. Значит, вообще подобные особые экономические зоны, они, как правило, располагаются в местах наиболее удобных с экономико-географического положения. То есть в местах, которые являются транспортными узлами. В мировой практике это, как правило, международные транспортные узлы, но в данном случае у нас Ачемчирский порт – это то место, которое имеет возможность принимать суда, которому есть подъезд железнодорожной ветки, которому есть автомобильные подъездные пути. То есть это своего рода такой транспортный узел. Конечно, далеко не в совершенном состоянии, но тем не менее, с целью оптимизации бюджетных инвестиций в его обустройство, он наиболее благоприятен. Кроме того, та инфраструктура, которая в нем есть, она находится, ну, в относительно пригодном для использования состоянии, хотя в любом случае без инвестиций там тоже не обойтись. Мне кажется, что там имеет смысл обустроить на достаточно компактной территории небольшое количество предприятий, занятых в переработке сельскохозяйственной продукции, продукции животноводства, производства стройматериалов, сувенирной, рекламной продукции. Для республики она даст, во-первых, повышение уровня занятости населения. Возможно, это не будет какой-то значительный скачок, но это будет определенный импульс, да, то есть вектор развития. Она даст увеличение уровня доходов людей, которые там работают, которые, в свою очередь, будут уровень потребления которых он будет увеличиваться, и это будет определенным таким экономическим стимулом для вообще вот в близлежащей территории. Помимо этого, мировая практика говорит о том, что любые развивающиеся страны во всем мире, прежде чем проводить какие-то структурные реформы в экономике,
прежде чем, ну, условно, вот в нашем случае мы сейчас вот все муссируем закон о том, что иностранцы могут приобретать недвижимость на всей территории республики. Вот прежде чем предпринимать подобные достаточно судьбоносные решения для республики, необходимо их апробировать. И желательно их апробировать на каком-то небольшом ограниченном участке, ну, территории республики. Это будет своего рода такая экспериментальная площадка, скажем так. И по итогам работы этой площадки уже будут приниматься решения о целесообразности проведения тех или иных реформ на территории уже всей республики. Ну, мое видение заключается в этом. Говорили о суверенном фонде благосостояния тоже. Да. Расшифруйте, пожалуйста. Это особый внебюджетный фонд в государстве, в котором аккумулируются доходы от повышенных цен на ресурсы. Это что имеется в виду? Что? Имеется в виду нефть, газ, черные цветные металлы, биоресурсы, лес и так далее. То есть правительство страны, допустим, у нас Россия есть, Азербайджан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, которые являются именно крупными экспортерами энергоносителей, в каждой из этих стран существует подобный небюджетный фонд. Они формируют данные фонды для того, чтобы нивелировать, скажем так, отрицательные последствия той ситуации, когда цены на эти энергоносители сильно падают на мировом рынке. То есть это такое, своего рода подушка безопасности. Помимо этого, эти внебюджетные фонды выполняют такие функции, как реализация приоритетных программ экономического развития в любом государстве, аккумулирование средств для будущих поколений. То есть понятно, что нефть и прочие энергоносители – это невосполняемые ресурсы, которые когда-либо закончатся. И государства, которые смотрят на перспективу и не живут сегодняшним днем, они формулируют подобные фонды для того, чтобы в дальнейшем будущие поколения могли развиваться, инвестировать, и у них была какая-то своя подушка для безопасности, для развития. Каким образом он может выглядеть? Понятно, что мы не являемся крупными экспортерами сырья, и я надеюсь, что мы никогда ими и не станем, потому что у нас совершенно иные должны быть приоритеты развития. У нас есть приватизационный фонд Республики Абхазия. Я считаю, что на его основе необходимо создать национальный резервный фонд Республики Абхазия, в котором будут аккумулироваться средства, во-первых, от приватизации, во-вторых, источником его пополнения могут служить определенные отчисления от доходов тех предприятий, которые у нас на сегодняшний день занимаются экспортом необработанного сырья, то есть с нулевой или минимальной добавленной стоимостью. Имеется в виду что? Имеется в виду реализация инертных материалов, угля, лесозаготовка, вылов рыбы в территориальных водах Республики Абхазии и так далее. Какие должны быть основополагающие принципы при выделении средств из данного фонда? Значит, первое – это максимально ориентироваться на экспорт. Второе – это максимальная добавленная стоимость. И третье – это ориентация на международное разделение труда и вытекающий отсюда акцент на развитие туристической инфраструктуры нашей республики. Из этих трех принципов вытекает, что предприятия, которые занимаются торгово-посреднической деятельностью, они не подпадают под классификацию тех, которым будут предоставляться кредиты или средства из данного фонда. Каким образом, в принципе, может функционировать данный национальный резервный фонд? На сегодняшний день мы знаем, что существует серьезная напряженность именно ввиду того, что средства из приватизационного фонда, они зачастую распределялись на сомнительные проекты или проекты с какой-то нулевой экономической эффективностью. Хотя необходимо признать, что действительно был ряд проектов, которые позволили людям создать собственный небольшой бизнес, но их удельный вес очень мал. И в связи с тем, что было выделено достаточно большое количество средств из фонда, порядка миллиарда рублей, и большая часть из них еще не была возвращена, у нас прекратили финансирование предпринимателей из данного приватизационного фонда. Поэтому я считаю, что национальный резервный фонд
он должен иметь некую иную структуру работы. То есть на сегодняшний день приватизационный фонд, он у нас, ну, решение о выделении средств, он подчиняется у нас президенту, да, в соответствии с законом о приватизации. Национальный резервный фонд, значит, решение по выделению инвестиций в нем должен принимать коллегиальный орган, на мой взгляд. Ну, предположим, это может быть совет по инвестициям. В данный совет могут войти представители администрации президента, да, высшие должностные лица администрации президента, представители профильных министерств, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, равное количество депутатов парламента и в ряд представителей экспертного сообщества для того, чтобы был более, скажем так, диверсифицированный взгляд вообще на целесообразность реализации тех или иных проектов. Данный орган коллегиальный, он, во-первых, вырабатывает инвестиционную стратегию, то есть куда нам нужно инвестировать, где нам нужно инвестировать. Ну, то есть по какому принципу, по какому принципу, да. Инвестиционная стратегия среднесрочная, краткосрочная, среднесрочная, именно по развитию малого и среднего предпринимательства в республике. Помимо этого, помимо разработки самой стратегии, естественно, на конкурсной основе данный совет по инвестициям рассматривает заявки поступающие, анализирует их, принимает решение о целесообразности реализации тех или иных проектов, и затем с определенной периодичностью, ну, условно скажем, пусть это будет месяц, два месяца, да, в зависимости от количества поступающих заявок, передает, принимает решение об одобрении, передает их в дальнейшем в парламент. Далее уже депутаты парламента принимают окончательное решение о выделении средств из фонда. Возможно, кому-то она покажется слегка громоздкой, но я считаю, что на сегодняшний день, в текущей ситуации с имеющейся напряженностью, о порядке принятия решения о выделении средств из приватизационного фонда, такая структура, она будет наиболее оптимальная. Никто потом не придет и не скажет, что одному выделили, мне не выделили, почему ему выделили, а мне нет. Вот есть орган, вы предоставили документы, приняли коллегиальное решение, ну так, то есть... Уровень напряженности. То есть его работа более прозрачная, получается. Работа будет более прозрачна, однозначно. Основой вообще успешной работы любого подобного фонда является двухуровневая структура его управления. То есть у нас есть совет по инвестициям, который является стратегическим управляющим, который принимает решения о направлении инвестиций. И у нас должен быть обязательно оперативный управляющий. Что такое оперативный управляющий? В данном случае может выступать Сбербанк Абхазии, который будет вести расчетно-кассовое обслуживание одобренных проектов, который будет отслеживать поступление средств от предпринимателей, который будет отслеживать ход реализации проектов, который будет предоставлять регулярную отчетность о реализации проекта. Помимо этого, наверное, имеет смысл для ряда капиталоемких проектов вести определенную поэтапность их финансирования. Подобная схема работы, она позволит максимально избежать коррупционной составляющей, она позволит максимально избежать неэффективности использования средств, хотя, безусловно, в ней тоже есть ряд недостатков, например, ну, может быть, кому-то покажется она действительно несколько громоздкой. Леон, если подводить некий итог, мне хотелось бы, чтобы вы отметили буквально пошагово и конкретно, что нужно делать для улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды. Значит, пошагово. Если брать во главу угла, конечно, во главу угла нам нужна программа социально-экономического развития. Об этом говорят со всевозможных площадок. К сожалению, пока никто не услышал, но я считаю, что это не повод для того, чтобы об этом не говорить, и все равно нужно к этому идти, потому что мы без этого никуда не сдвинемся с места. Чтобы у телезрителей было понимание, программа социально-экономического развития – это не просто какой-то абстрактный документ, красивая бумажка, которая формально нам нужна. Это действительно насущная необходимость, это, скажем так, ствол дерева, от которого в дальнейшем уже начинают отступать его ветки, да, ответвления. Эти ответвления выступают в виде отраслевых программ развития. Провести исследование, то, о котором я говорил в начале нашей с вами беседы, понять, что нужно изменить, начать работу по разработке дорожных карт, да, то есть по изменению индикаторов. И в дальнейшем, после того, как мы получили понимание того, что нам нужно поменять, применять те инструменты, о которых мы сейчас с вами
говорили. То есть я считаю, я убежден в этом, что особая экономическая зона нам в любом случае нужна. Без этого нам не обойтись. Мы не сможем начать экономические реформы на территории всей республики одновременно. У нас просто на это нет ресурсов. А источником финансов, источником ресурсов для подобных вливаний, изменений может служить как раз-таки суверенный фонд благосостояния. Он, наверное, станет платформой для поэтапного избавления вот от зависимости, которая у нас есть на сегодняшний день от финансовой помощи, поступающей из Российской Федерации. Но, конечно, в любом случае подобный фонд в масштабах нашей республики не решит всех проблем. Он просто станет неким подспорьем, скажем так. А то, что нам нужны масштабные частные инвестиции извне, это работа, которая должна вытекать из тех предыдущих вот посылов, о которых я говорил. То есть инвестиции можно будет привлекать только после того, как мы улучшим среду у себя внутри. Мне остается вас поблагодарить за это интервью и удачи вам в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо большое, спасибо за внимание. Всего доброго всем.